Hello, takipçilerim, merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? Ben iyiyim, teşekkür ederim. Мои дорогие, здравствуйте, как ваши дела, как вы поживаете? Сегодня у нас такое, я делала плов, вы видели это мое видео, после этого видео у меня было поедание с маршмеллоу суфле, вот, если кто досмотрел. Ну вот, решила плов этот поесть, видео, правда, я загружу позже. Как обычно, да? Вот. How are you, my dear? Ну что, приступим. Приятного аппетита вам и мне. Мягкий стол. Маша порцию поменьше сделала. Kendim yaptım ya pilav gördünüz. O pilav ne yiyorum? Ой, лучок какой. Наверное, немного поговорим. В общем, поехала я в Икею. Купила там всего понемногу всякой кухонной. Смотри. И что купила? Такую дощечку. Нет, неправильно. Столик. Столик для... Ну, чтобы... Я не знаю, как правильно это называется, девчонки, честно. Лёжа, да, там кофе подают там тебе. Вот что-то такое, наподобие такого столика, в общем... Когда тебя подносят вот прям к кровати. Девчонка купила этот столик. Он стоил, я не помню, сколько. Ну, больше 50 вроде бы. Или около 50. Лир. И сегодня меня осенило, я вспомнила этот столик. И вы не представляете, просто там у меня в комнате, еще порядок навожу, еще не навела. В связи с переездом. Вот. И столько всего как бы купила, мелочи, да? Забыла про этот столик совсем. Вот куда даже положила и что вообще я его приносила домой, нет. Вообще не помню. В общем, обыскала весь дом. Просто его нигде не было. И потом села и начала думать. Думаю, ну куда он может деться? Ну, конечно, я поехала не одна. И просто звоню и спрашиваю. Такого столько не было. Просто не было. Вот. Куда делся этот столик? Не знаю. Купила ли я его, расплатилась ли я. Тоже не помню. Вы представляете? Ну что, сейчас скажут, а, Маша постарела. Да, может, наверное, постарела уже. Я не знаю, как это еще можно назвать. Больше никак. Вот не помню и все. Там еще есть магазин. Рядом с Икеей. В Икею надо подниматься. И там магазин.
English Home есть, Караджа есть. Ну и зашла я в English Home. Зашла. Ой, какой вкусный чай, девчонки, бергамот. Бергамот, ну такой вот он. Душ марка. Вкусный. Купила там бутылку для масла. Купила, домой пришла. Купила такие две. Последние были. Домой пришла, в один налила оливковое масло, в другой подсолнечное. И представляете, оно стоит просто. Это через где-то несколько часов. Ну, так раз посмотрела туда, где стоит эта бутылка, а там масло течет, представляете? Ну хорошо, такая трещина, наверное, плотная. А, ну, протекла, конечно же, но не так много. Но я обратно перелила. Хорошо, не выкинула этот фишку. Ой, фиш. Чек. Чек не выкинула. В следующий раз, когда поехала, зашла к ним. Я говорю, ну так-то, так-то. Они говорят, не проблема, давайте поменяем. Если есть. Ну, конечно же, нету. Потому что она тогда была последняя. Я взяла для пола. Ванную. Поменяла. Так что так тоже бывает, девчонки. Очень странно. Странные вещи происходят со мной иногда. Вот решила с вами поделиться. Решила покушать и пообщаться. Попить чаек. Такой вкусный. Я пью такой темный чай. Честно скажу, до приезда в Турцию, девчонки, я вообще вот такой чай не пила. Вот честно. Вообще. Я не знаю, ну, может быть, раз, ну, в неделю или в 3 дня, может быть, раз могла попить, да? Ну, оно мне не нравилось. Я любила чай с молоком всегда. Ну и что вы думаете? Маша приехала в Турцию. Тут начинает все меняться же в жизни. Ну-ну. Стала пить чай. Там у них же по-другому заваривают, да? Вы знаете, наверное, как турецкий чай заваривается. Я светлый чай вообще никакой. Вода отдыхает. Ну, чтобы почувствовать вкус чая, надо, думаю, потемнее. Ну, в общем, все темнее, темнее, темнее. Я иногда, девчонки, ложу 2 пакетика. Вот у меня бывает такое, знаете, вот жажда прям почувствовать именно вот этот вкус чая.
Я люблю с бергамотом. Очень. Лучок прям ядреный, а. Обалдеть. Аджи бурда суан. Маша вкусно поела. Альхамдулилла. Теперь Маша попьет чай. Вот так вот. Ой, перчик остренький, надо же. Вначале не заметила. А сейчас в конце поела. Без ничего. Остренький немного. Люблю вот эти сухарики. Наверное, вы тоже любите. Не знаю, есть ли там. Особо не помню, вроде бы нету, да? Может, уже есть. Но я у нас на себе не видела. Такие. Не видела. Вот. Чок север, мы. Ага. Мария, сейчас север я. Они были хрустящие. В общем, я их купила в пластиковой посуде, продаются. И они были хрустящие, но я их не меняла. Посуду, ничего не... Нет, в общем, она как была в этой посуде, купила позавчера. Да. Мягкие стали. А я-то думала, сейчас похрущу. Кто-то мне там писал про мои, как там сказали, палочки для свечи или от свечи. Или... А, палочки для запаха. Это не палочки для запаха, вот я вам сейчас покажу. Это мои помпасы. Я их так люблю. Так, ну-ка, получится ли у меня вот так вам показать. Вот такие помпасы. Вот. Маша любит всякие такие штучки. У меня там еще есть палочки, я вам как-нибудь сниму спальню. У меня там, в общем, просто еще не докупила. У меня там покрывало. Ну, нормальное покрывало, теплое покрывало на кровати. Все, хочу купить красивое покрывало. Видела, опять же, в English Home. Очень понравилось мне, очень. Ну, цена у него... Цена у него, я вам сейчас скажу. Около 3000 лир, в общем. Вот, там идет сет. Покрывало, две подушки, плюс пододеяльник, простынь. И, опять же, наволочки. Вот это все входит в этот комплект. Он мне так понравился, такой цвет. О, вообще шикарный. Ну и цена, да, немного дороговато, да, такая. Вот это надо, не знаю, надо как-то его купить, в общем. Собраться мыслями, где-то сэкономить и купить его. Ну что, девчонки, покрывало возьмешь, оно насколько, да, вот как бы, ну и когда хорошее покрывало. Да и вообще любое покрывало, оно же надолго. Накрыл и все. Ну, валяться там не будешь, лежать там не будешь, как бы. Я в основном в салоне. В спальне захожу редко. Ну, как редко? Вечером, да? Ну, и днем бывает, пройду там. Зашла-вышла. Столик макияжный там. Ну, там просто особо делать ничего. Шкаф. А
Все дела-то творятся на кухне. И в зале у меня тут стол. Поэтому все как-то здесь. Вот. Вот, девчонки, сейчас доем. Где-то в 4, наверное, да? Начну делать зарядку. Вот. Эту кружку мне подарили. Ли. Вы знаете. Подписчики. Кстати, подписчик подарил. Интересно. О, Маша ест, что-то увлеклась. Смотрите здесь. Они разные такие. Есть такие с фисташками. То, ну, в общем, они вкусные. Нереально. Что к себе вернули? Doğuş çay içiyorum. Bergamotlu. Onu da çok seviyorum. Bergamotlu çok seviyorum. Я привозила девчонки Ахмат с бергамотом. Ну, это мой самый любимый чай, который я предпочитаю. Ну, он у меня закончился. Я привозила сколько? 3 или 4 пачки. Ну, вот помните, когда я ездила в Новосибирск, потом в Биш. Вот тогда. 4, наверное, пачки, я думаю. Ну, пачки были маленькие, небольшие. Вот. Маленькие пачки были, и они, в общем, закончились. И скажу вам, что их не с бергамотом, и Ахмат с бергамотом. Ахмат намного такой, знаете, насыщенней все-таки. Вот этот послабее бергамот здесь. Вот, но тоже вкусный. Вы не представляете, я так люблю с бергамотом. Я даже пью чай с молоком, тоже вот тоже с этим же чаем, с бергамотом, но с молоком. Что-то давненько уже с молоком не пью. Честно скажу, от него быстро килограмм набираешь, очень быстро. От сахара я отказалась совсем, ну, в смысле сахара, на, как бы в чай, да, там. Но в кофе могу положить, да. Кофе без сахара не могу. А вот в чай я ложила, ну, вот сюда, например, 4 кубика, да. Ну, сейчас нет, я в чай не стала ложить. Ну, я и сладости ем, вы знаете, нормально. Такая нормально ем. Вот. И поэтому, думаю, сахара надо поменьше. Ну, еще бы вот как-нибудь с собой заняться. А конфет у меня сколько? Так конфеты люблю. Выхожу из дома, обязательно в сумочку закину конфеты. Не знаю, иногда хочется там. Может, это не у всех бывает, но я думаю, вообще-то, наверное, мало у кого, да, такое есть. Из дома вышла, конфеты закинула в сумку и по дороге там где-то раз положила. А, вот кофе с молоком есть, конфеты. Так люблю. Вот. Шоколадный в основном вечером с чаем. Вот днем я шоколад вообще не ем. А вечером могу поесть немного. Вот. Как-то так. Немного пообщалась с вами. Так хорошо стало мне вообще. Одна одиношенька и скучновато бывает. Вчера я ездила сестрой встречалась, двоюродной. Вот. А потом у нее какие-то там дела были тоже. Пару часов только посидели с ней в кафешке. Перекусили, и она, в общем, ушла. Ну, и я ходила, ходила, бродила. Думаю, ну ладно, пойду домой. А погода какая прохладная, девчонки. Ну, сегодня очень пасмурно, очень. Ну, я думаю, что дождик, наверное, в некоторых районах есть.
Вот. Но все равно холод-то не такой, как у нас там. Далеко не такой. Послабее, ну как послабее? Все равно уже привыкаешь к теплу, и уже и этот холод кажется холодным. Вот. А когда только приехала, я думала, это что за осень? Осень здесь вообще проходит, зима настает. Я первые пару лет, наверное, думала, что зима здесь, ну как, что зима не такая холодная, да, то есть погода осенняя, она и зимой. А сейчас уже думаю, нет, что-то совсем холодно, уже пробивает, вот, уже привыкаешь как-то и думаешь, холодновато. А после Новосибирска, я помню, но для меня это вообще было очень тепло. Как-то так, мои дорогие. Еще мне вот надо шкаф, там полочки не хватает одной, вот надо заказать эту полочку, и будет нормально. И вообще еще один шкаф хотела туда заказать. Ну, это тоже пока подождет. Подождет. Как-то так, мои дорогие. Ну, так хорошо мне стало, пообщалась. Спасибо вам, что вы со мной, что вы подписываетесь, смотрите мои видео. Очень благодарна вам. А, вот. Теперь я думаю, что в мукбанге я буду, наверное, все-таки маленько общаться с вами. А, не буду молча есть за 10 минут. Да, такая села и все. А пообщаться мне хочется же, я потом начинаю общаться, когда я ем мел. А мне говорят, ну, когда мел, лучше не разговаривать, да. Поэтому думаю, ну ладно, наверное, когда мел, я буду меньше разговаривать, такая, чтобы вам тоже было не очень, ну, чтобы дискомфорт вам не создавать, да. Вот, а когда у меня будут мукбанки, наверное, мы хотя бы немного будем с вами общаться. Как вы думаете, как вы на это смотрите? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот. Комментарии я все читаю, девчонки. Но бывают запоздалые комментарии, конечно, но их тоже читаю. В любом случае, я читаю комментарии. Вы, наверное, видите, замечаете. И непрочитанные комментарии это бывает. Бывает редко, конечно. Ну, или там очень давнее-давнее, если видео, может быть, там перезагрузка у меня телефон. Ну, тогда их не видно. А вот, честно скажу, в компьютере я еще не смотрела комментарии, хотя там можно просмотреть это все. Ну, у меня немного со временем туговато, вы знаете. Вот, я даже не могу, как там девушка говорит, вот до сих пор не научилась обрабатывать видео. Для этого нужно время. У меня нету столько времени. И мне легче остановить стоп, там, нажать стоп и продолжить видео. Вот честно вам скажу, девчонки, потому что у меня есть там пару видео, которые я обрабатывала и вырезала, да, вот эти вот моменты, сами знаете, с меловым. Это долго для меня. Это я ждала, и это было в ожидании вот это, да, я все понимаю, но мне надо завтра, например, утром вставать и идти, и, в общем, немного у меня, я думаю, с этим пока напряг, но я думаю, что в будущем, в любом случае, конечно, это так и будет, вот. Будем сшивать, будем работать, и когда уже это будет основная работа, я думаю, что так и будет. Но пока у меня как бы вот параллельно это идет, и не очень много времени получается. Я думаю, вы меня понимаете. Вот, мои новые подписчики, которые подписываются, я благодарю вас, что вы смотрите меня. Смотрите также мои мукбанги, не только наши вкусняшки. Да, вот, мукбанги тоже. У меня, в общем, перемешанный канал. Уже все знают, наверное, там есть все, и прогулки, и мукбанги, и поедание мела, но в любом случае после каждого мукбанга, после каждого и после каждой там видеосъемки, которая не со вкусняшками, после этого видео всегда будет видео с поеданием наших вкусняшек обязательно, так что досматривайте или прокручивайте, смотрите, вот как вам удобно, как-то вот так будет, девчонки. Поэтому я думаю, что вы поддержите меня. Вот.
Вот, и у нас будет все хорошо. И у вас, и у нас. Таким пчелырам, северам, эпирам, тешекер эдерам. Бираз конуштум, эвет бизин кызлаблян, аркадашлаблян, русчи конуштум, кусарабакмайн. Пек фазла беше анлатмадым, ама галиба анлатым гиби олабилир. Бираз яны беше ана анлатым, да онларны яны бираз бит туаф беше олды, ике гиптым. Bir kutu aldım, o cama kırık neşi. Sonra bir tane bir masa aldım, yatak masası. Aha, o gelmiş eve. Aldım, yani parasını verdik mi vermedik mi hiç bilmiyorum. Yani evde bir gün bulmaya çalıştım, baktım orada burada hiçbir yerde yok. Dedim Allah Allah, bu nasıl bir şey ya, unuttum mu? Arkadaşımla gittim oraya, o yüzden... Телефонда сордум, да, böyle bir şey bulamıyorum evde yani. Diyor ki, valla diyor, galiba almadık. Ama parasını ödedim, ödemedim, onu da bilmiyorum. Onu konuşuyordum. Yani böyle bir tuhaf bir şey oluyor benim bile. Bazen galiba dikkatli olmak lazım ama telefonda olurken hem de bir yerlerde olsam da YouTube'u açıyorum, cevap yazıyorum. O yüzden biraz kafa karışıklığı olabilir. Yani böyle. Ну все, мои дорогие, пока-пока. Я думаю, что садится зарядка. Все, удачи вам. Такипчиларым, бай-бай. Галиба, пилим битью. Привет, мои дорогие. Как у вас дела? Такипчиларым, мэраба, hello, ассаламу алейкум. Шедевр. Покушаем шедевр. Шедевр. Muhteşem tadı. Kuru. Badana kokusu var. Islak asfalt. Nefes böyle alıyorsun. Yağmur sonrası. Небольшой партии. Девчонки, ну, как я люблю. Сухой, побелочный. Вообще шикарно. Hepsi doğal. Hepsini yutuyorum. Şu an. Девчонки, глотаю, пока все.
Türkistan. Red. Blue. Türkistan and Chuiska. Столько пудры. Вообще просто супер пудра Гибе.
Было очень вкусно. Честно, глотала вначале, первую половину. Потом уже не стала глотать, ну, потому что как-то, не знаю, что-то не то. Но вкус почувствовать, ну, это вообще на первом месте. Сегодня вся отекшая, опухшая какая-то, я прям не знаю. Вчера немножко расстроена была. Наверное, поэтому и на ночь выпила кофе в 12 ночи. Не знаю зачем, ну, как-то было не по себе. Вот. Хотела сказать вам, что в том видео, где я готовлю плов, в конце видео с мелом суфле. Вот. Потому что я так смотрю, не смотрят. Просмотров мало. Наверное, не все знают. Но у меня в конце уже с мелом. И все видео теперь, наверное, будут так, девчонки. Потому что, ну, вы знаете даже вам, что объяснять. Вот. Сначала будет какое-то видео, либо поедание, или еще что-то. После этого видео обязательно будет видео с нашими вкусняшками. Вот. Будем устраивать такие партии. Такая. Как-то так. Так, пчелорым. Плав я пьёдым орда видео, да. Хэм да хэр бир шимдики, шимды заманда. Бэль я пьёру. Сонра киля да эль олачак. Хэр бир... Башка бир фарклы видеоланын аркасыдан, сонуда бизим кил тебешир топрак емеклеримиздин видеосы олачак. О юздан, хэр заман сонуда олачак, излейин, лютфа, абоне олун. Чунки садаче бу видеомизни япсак, бизе кабыл эдмейо. Чунки ясак дия. О юздан емек япачам, емек ийчам, гезечам, тозачам. О видеоланын ки сонуда мухтамелен бэле би видео олачак. Яны бизим гюзел, севдиимиз, тебешир, кил, дуал, мухтишам кокусы онлар олачак. О юздан излейин лютфен. Мои дорогие, я говорю, что после каждого моего видео будет обязательно видео с поеданием наших вкусняшек. Также сказала моим турецким друзьям, то есть друзьям из Турции. Вот. Так что смотрите. Подписывайтесь. Поедание, прогулки там, ну, разные. Ну, вы понимаете, почему и для чего это все, что объяснять, я думаю, уже все знают. Вот. Оно было очень вкусно. Шедевр, это мой любимый, вы знаете, что один из моих любимых. Остался только вот такой кусочек. Ха-ха. Шедевр. Каланшу. Бяноночек северу. Ай, окадар, окадарки. Вот ады. Onlara o tebeşire benzeyen başka tebeşirler de var. Onları da çok seviyorum tabii ki. Ama kaldı sadece az. My dear, thank you. Bye bye. I love you. Irak, Katar. Увидимся в следующем видео. Следующее видео у меня будет... У меня будет, наверное, вот кусочки наши, да? Я думаю, поедим. Здесь Туркестан светлый больше, чем чуйская. Вот. Ну все, пока-пока. Бай-бай. Эпирм севиру. Целую вас, дорогие мои. Пока-пока.